Здравствуйте, друзья! Сейчас мы записываем геймплей игрушки Legacy of the Black Tower. Так, так, что мы видим? У нас в руках какая-то коряга. Так, она стреляет какими-то пузырьками. Ключик. Бутылек. Кристаллы. Кристаллы я возьму. Так. Ага. А, у нас несколько коряг. Вот мы появились с третьей корягой. Вот она бесконечно. Так, она почему-то странно. Она стреляет не туда, куда я целюсь. Ой. Какой-то. Ага, так, отлично. Отлично. Искусственный интеллект. Глупый, но бьет больно. Так, что. А, все, так. Бочки разбиваются. Отлично. Подлечились. Так, наша цель, судя по всему, собрать 12 неких ключей. Ей будем следовать. Так, в игре достаточно слабенькое звуковое оформление. О, вот еще один скелет. Так, о, я уже, кажется... О, он сбегает. Ух ты. Так, он чем-то у нас бросил. Я уже, кажется, приноровился целиться. Нужно делать поправку. Тут, видимо, сильный ветер. Мы стреляем в одну точку, а ветер сдувает наши снаряды вправо. Так. Так, где это? А, все, вот там начало. Пойдем, наверное, по левой стороне. И посмотрим. Что из этого выйдет? Ага, так, вот еще у нас тут друзья. Ого, сорвались. Так, давайте возьмем что-нибудь посерьезнее. Угу. Так, хорошо, разобрались. Так, 12 ключей. Мы собрали 3. Ну, посмотрим, как пойдет процесс. Соберем ли мы их? Не хочу надолго затягивать. Так, хорошо, много красных кристаллов. Кстати, так, 40-70. Так, о, каждый кристалл дает синий, дает 10 синих патронов, красный дает 5 красных патронов. Вот так у нас синенький скелет. Так, определенно этот посерьезнее, чем белые. Но уклониться от их бросков достаточно просто. Попробуем его огнем бить. Кстати, судя по всему, мы своими же зарядами можем наносить себе повреждения. Сейчас проверим. Да. Так вот, о чем это я. Звуковое оформление здесь достаточно слабое. Более того, я бы даже сказал, оно дезориентирующее, поскольку... Звуки как-то странно перемещаются в моих наушниках из одного уха в другое. Вот я вижу еще один ключ. В каком-то кратере. Нет. Странно, огонь безобидный. Там что-то сверкает. И скелетик. Обычный белый. Кидаются они каким-то навозом в меня.
О, бочки. Забыл делать поправку на ветер. Ну, в общем, на самом деле от этой игры никаких изысков ожидать и не приходилось, поскольку весит она очень... Так, а что за голем? Ого, ого, ого. Так, я думал, мы здесь никого, кроме скелетов, не встречаем. Оказывается, тут есть еще големы. Он достаточно медленный, его можно, в принципе, затанцевать. Но он у меня отнял некоторое количество единиц здоровья. А, так. Боеприпасы. А может и аптечка. Поднимаемся наверх. Так. 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 Не так. Стоп. Поднимаемся наверх. Наверх поднимаемся. Спокойно. Потихоньку. Потихоньку. Так, вот. Вот-вот. О, ключик, отлично. Так, вот не без проблем мы поднялись сейчас. Так вот, падение, повреждения не наносят. О, скелет залип. И поплатился за это. Вот сейчас у меня в левом ухе эти звуки, я поворачиваюсь, источника не вижу. Но он какой-то точечный, примерно вот там. И это очень странно. Так, хватит меня бросать навозом. Может быть, я, конечно, не прав, что их эффективнее бить противоположной стихией. Но я все равно буду это делать. Какой-то ледяной посох. Ого, там целая куча скелетов. И впереди, кажется, красный. Так, у нас 5 ключей. Так, сделаем поправку на ветер. Отлично. Осмотримся немножко. Все еще пытаются забросать навозом. Ну, к счастью, они достаточно быстро лопаются. Эти навозные скелеты. Сейчас мы их тут живенько ассимилируем. Ой, еще один залипший скелет. В каком же месте я начал? О, так. Где это я? Кстати, карта. Tab M. Нет, карты нет. Это было бы слишком просто, если бы была карта. Все, мы подлечились. Попробуем. Телепортировались еще раз. Я думаю, здесь стоит тоже осмотреться. Может быть, есть еще один ключик. О, какая-то башня. Может быть, это та, которая упомянута в названии. Тогда, наверное, стоит сходить на разведку в ее направлении. Так, у нас тут какая-то поляна.
кристальная. А, чудесно. Мухоморчик. И скелеты. И опять они кидаются в меня. Попал. Все, так. Так, что такое? А, понятно, меня труп толкал. Сейчас залутаем эти бочки. Добежим до башни и, наверное, на этом закончим. Если отсюда можно добежать до башни. Странно, коряга стреляет пузырями, которые, соприкасаясь с поверхностью, взрываются папоротником. Понятно, невидимая стена. Отлично. Ну что ж, думаю, на этом можно закончить с данным игровым проектом. С процессом мы ознакомились. Каждый, кому это интересно, может сам скачать эту игру и установить. Что ж, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии.